Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Я рада приветствовать вас в новом видео. Как ваши дела, как настроение? Рассказывайте, как отметили праздник. У нас 8 марта был обычный рабочий день, так что у меня этот праздник прошел за компьютером. Знаете, мы с мужем как-то давно уже не отмечаем эти два праздника, 23 февраля и 8 марта, вот после того, как переехали в Европу, потому что вот в Европе и в США это обычно рабочие дни, не так, как в России, мы отдыхаем, а еще даже несколько дней можем отдыхать, и здесь вот эта атмосфера праздника, она теряет. Касаемо подарков, вот тоже как-то, если сейчас хочется что-то, ты идешь просто в магазин и покупаешь. Какие-то большие покупки, да, мы согласовываем, обговариваем, но, как правило, не ждем определенной даты. Опять, если что-то понравилось, если что-то захотелось, просто обговариваем и покупаем. А вот мелкие сюрпризы, там очередной ремень, футболка, туалетная вода, это уже вот 10 раз это дарил, и удивить сложно, потому что знаешь друг друга наизусть уже столько лет вместе, поэтому с годами, конечно, все сложнее, и сложнее становится сохранить романтику в отношениях. Я сегодня с утра решила сделать более тщательную уборку в офисе. Признаться честно, я, по-моему, эти стеллажи мыла только один раз после того, как установила, в общем, пыли там скопилось много, а полки стеклянные, и за счет этого грязи вообще не видно. То есть такой удобный вариант, если вы не любите часто делать уборку в доме. В общем, хочу протереть пыли, конечно же, помыть пол, пропылесосить, на столе сделать уборку. Мне сложно сконцентрироваться, когда у меня где-то беспорядок, особенно вот это касаемо офиса, да, где я работаю за компьютером, где занимаюсь своим хобби, монтирую видео, озвучиваю, также придумываю какие-то новые идеи, то есть это место вдохновения и продуктивности. Оно у меня всегда должно быть в чистоте и порядке, потому что все мы знаем прекрасно, чистота и порядок в доме – это порядок в мыслях. А принципы у меня простые. Во-первых, это окружать себя вещами, которые тебе приносят удовольствие, удовлетворение, и избавляться по максимуму от вещей, которыми ты не пользуешься. То есть не хранить годами предметы, которые тебе когда-то кто-то там подарил, отдал, или ты думаешь, что они тебе пригодятся через 5-10 лет. И вот это вот все складируется, пылится. Вот для меня вот это вот хлам. И от таких вещей, кстати, переезд очень хорошо помогает избавиться, когда ты анализируешь, нужна тебе эта вещь, стоит тебе тратить деньги, чтобы перевести эту вещь, или все-таки от нее сейчас лучше избавиться и приобрести что-то, что будет приносить тебе положительные эмоции каждый день. Второй принцип важный – это организация хранения, правильная организация хранения. Разные контейнеры, корзины. Не обязательно покупать что-то там дорогое, можно использовать обычные коробки. В фикс-прайсе очень много всяких разных органайзеров. То есть сейчас организовать правильное хранение можно очень бюджетно. Но, во-первых, это помогает сохранять порядок намного дольше, а во-вторых, упрощает уборку. Если в шкафу где-то или в выдвижном ящике все хранится вот на открытой поверхности вот так в большом объеме, то как бы ты аккуратно там что-то не разложил, все равно через какое-то время образуется беспорядок. Это вот прям 100% так и есть. И, соответственно, вот эти разделители, органайзеры, контейнеры, они помогают сохранять порядок дольше. И третий принцип, ну, это, конечно же, регулярное обновление, уборка, конечно же, поддерживающая уборка обязательно должна быть, и расхламление, потому что со временем, так или иначе, ты все равно обрастаешь какими-то вещами, которые тебе перестают нравиться. То есть ты купил вещь, она тебе очень нравилась, потом там попользовался ей несколько месяцев или несколько лет, и она тебе перестала нравиться. А может быть такое, что вы запланировали расхламление на какой-то день, прошлись по дому и поняли, что на самом деле вас все устраивает, вы ни от чего не хотите избавляться. Такое тоже, в принципе, может быть. Кстати, касаемо расхламления, есть такой хороший лайфхак. Вы берете коробку маленькую, большую или корзину какую-то и складываете туда вещи, которыми вы не пользовались на протяжении определенного времени или которые вам вроде как нравятся, но что-то не устраивает, какие-то моменты, в общем, до конца не определились. Складываете в эту коробку и убираете ее на верхнюю полку,
потом через пару недель или через месяц анализируйте. Если достали какие-то предметы, значит, оставляйте. Если там все до сих пор так вот на верхней полке в течение месяца продолжает лежать и пылиться, значит, можно смело избавляться от этих вещей. Друзья, подскажите мне, пожалуйста, может быть, у кого-то дома есть пальма, и тоже кто-то сталкивался с этой проблемой. У меня почему-то начали желтеть кончики листьев у пальмы. Я не знаю, с чем это связано. Я не забываю ее поливать. У меня почва никогда не бывает супер сухая, и также я не заливаю водой. Вот стандартный полив, но почему-то начали сохнуть листики на пальме. Я не знаю, с чем это связано. Вот я помню, в Теннесси у меня тоже была такая дома декоративная пальма, и там со временем тоже листики. Вот я ее сначала купила, она там, ну сколько, полгода, может быть, больше постояла в отличном состоянии, а потом опять та же самая песня. Листики начали желтеть, именно кончики. Бывает, знаете, ветка может полностью одна пожелтеть, но при этом, смотрите, она выпускает стрелы. Вот стрела, вот новая веточка появилась. Вот здесь, не знаю, видно на камере или нет. Вот веточка новая появилась. То есть растение, оно живое. Иначе бы не появлялись, да, новые стебли. Вот прям не знаю, что делать. Если можете мне что-то порекомендовать, буду очень вам благодарна. Мне доставили тут посылки, давайте вместе с вами сейчас устроим небольшую распаковку. Шторы я уже достала из оригинальной упаковки, чтобы не шуршать на камеру, заказала в нашу спальню. С этими шторами была целая эпопея, я возвращала, наверное, штук 5, никак не могла определиться с цветом. Вот приходила, и все что-то не то. Я заказывала онлайн на местном маркетплейсе. Конечно, сложно угадать цвет, потому что там картинки, они то контрастные делают, то наоборот их как-то высветляют. В общем, непонятно. В итоге нашла то, что искала. Цвет
бежево-светло-коричневый или серо-коричневый, вот что такое, в общем, он называется таупе. Отличное качество, просто идеальное, ровные все швы, строчка, ткань плотная, это вельвет, они такие приятные, тактильно, вообще просто класс. Я заказала одну упаковку, сначала посмотреть, как они будут висеть, вот форму, цвет, мне все понравилось, и вот сейчас заказала дополнительно еще две упаковки. В общем, здорово, покупка осталась довольно так поближе. На камере вам покажу. А цвет потрясный. Мне кажется, они отлично украсят нашу спальню. Так, здесь, скорее всего, в Эмину комнату пришла люстра. Я, кстати, себе такую вот штучку маленькую заказала для того, чтобы открывать посылки. Так, Эми еще заказала, уже где-то в пути к нам едет кроватка. Знаете, я решила остановиться на металлической. Вот долго думала, но мне так понравилась картинка в Pinterest, что я решила воссоздать что-то подобное. Там вот как раз была металлическая белая кроватка. Там, знаете, такие, как они называются, кованые или резные, не знаю, как сказать, элементы. В общем, здорово смотрится, получится комната принцессы. Мне кажется, у нее. Так, ну-ка посмотрим. Эта люстра в виде цветка. Слушайте, здорово. Мне нравится. Так, вот так вам покажу. Мне кажется, красиво будет смотреться. Она прям отлично впишется в интерьер, который я запланировала. Я еще заказала декоративные книги. В упаковке было 5 штук. Они приходят разобранные. Их нужно самостоятельно собрать. Знаете, как картонную коробку. А здесь есть клеевая лента. Вот эту обложку можно хорошо зафиксировать и вот таким образом украсить интерьер. Я знаю, многие негативно относятся к таким книжкам, говоря о том, что в доме должны быть настоящие книги. Но вы знаете, вот лично я не очень люблю читать. Максимум, что я сейчас читаю, это детскую литературу Эмми. А это просто как вот декоративный какой-то элемент, ну, ваза, например, там, я не знаю, цветы, статуэтка какая-то, точно так же декоративные книги, они выполнены в нейтральных таких оттенках, смотрятся стильно, и небольшая такая изюминка в интерьере, их можно разместить либо на комоде, или на косметическом столике, на прикроватной тумбе, чтобы заполнить пространство, визуально создать такую привлекательную картинку. Вот такая здесь книжка. Они, кстати, вот с боковой стороны в основном белые, такие нейтральные. Есть такой оттенок. Я думаю, что-то можно скомбинировать. Хочу поставить пару книжек на косметический столик. 5 штук было в упаковке. В спальне я изначально хотела над косметическим столиком на стену повесить большое круглое зеркало, как вот у меня было в старом доме. Но потом на маркетплейсе я увидела вот такой вариант. Это зеркало с подсветкой. Оно, в принципе, небольшое, но и не маленькое. Знаете, совсем как вот косметические зеркала такие небольшие. Идет на ножках. Его можно поставить на стол. Здесь вот такой ободок. То есть его можно поворачивать там вверх-вниз, регулировать, как тебе удобно. В комплекте вот такие металлические ножки. И знаете, мне так понравилось, как это выглядит на картинке. Я решила заказать, попробую, посмотрю, как это внешне будет выглядеть. Но мне кажется, классно будет смотреться. Тем более у меня большое зеркало сейчас есть. То есть в большом, вот в этом круглом нет необходимости. У меня напольное зеркало я купила, большое, вертикальное. В общем, в ближайшее время, я думаю, уже доделаю точно спальню. Я знаю, что некоторые с огромным нетерпением ждут это видео. Но вот, знаете, мне как-то не хочется делиться какими-то кусочками во влогах. Я хочу снять отдельное видео с преображением спальни. И, скорее всего, на следующей неделе, не буду загадывать, но на следующей неделе, выходные, оно, наверное, выйдет. На днях я наконец-то нашла время, сделала весенний венок, а то у меня до сих пор на входной двери висел зимний вариант. Я, конечно, эти яркие новогодние украшения красные убрала, но все равно вот еловый венок как-то неактуально уже смотрелся. Я использую плетеную
основу. Единственное, что я изначально хотела ее покрасить аэрозольной краской в белый цвет. Мне кажется, все-таки весенние цветы на белой основе смотрелись бы симпатичнее, но не стала заморачиваться. Времени, как я уже сказала, у меня особо не было. В общем, получился у меня такой более натуральный, природный вариант. Использовала старые искусственные цветы, которые у меня там накопились за несколько лет. Венок я решила сделать такой яркий, контрастный. Все-таки дом у меня сейчас оформлен больше в нейтральных, таких пастельных оттенках, а вот на улице, где светит яркое солнце, я думаю, этот веночек будет отлично смотреться. Очень удобная основа тем, что нет необходимости использовать какие-то дополнительные крепления или, например, горячий клеевой пистолет. Веточки отлично фиксируются между прутьев. Вообще мне нравится процесс создания венка, погружаешься в свои мысли, такой творческий, да, и создаешь красоту практически из ничего, которая потом поднимает тебе настроение. Правда, мы через входную дверь домой заходим крайне редко, потому что в основном, конечно, приезжаем на машине и в дом заходим через дверь, которая в гараже. Масленица у нас уже подходит к концу, и я до сих пор еще не пекла блины. Сегодня четверг. У нас, в общем, решила порадовать своих любимых. Причем захотелось мне приготовить именно по оригинальному рецепту, где молоко, пшеничная мука, еще хочу добавить сгущенку. В общем, такой вкус из детства, как пекла моя бабушка. В описании под видео я также оставлю рецепт на ПП-блинчики. Они тоже получаются очень вкусные, не жирные, не калорийные. Но, конечно, безусловно, вкусы отличаются. Для приготовления этих блинов мне потребуется 4 яйца. Яйца у меня из холодильника. Также пшеничная мука. Сахар я буду использовать, сахарозаменитель Monk Fruit. Добавлю, наверное, 1 столовую ложку, но, опять же, вы ориентируетесь на свой вкус, 2-3 столовые ложки можете добавить, если сладкие блинчики, можно даже побольше, в общем, смотрите сами. Здесь у меня 500 мл молока, я его уже немного подогрела в микроволновой печи, можно подогреть на плите, но не до горячего состояния, то есть оно просто тепленькое. Растительное масло также мне потребуется и соль. По-моему, все ингредиенты, ничего не забыла, рецептик также продублирую в описании под видео, в инфобоксе. Сначала я взбиваю яйца с сахаром и солью, чтобы соль и сахар полностью растворился. Дальше частями начинаю вводить муку. Муку я просеиваю через сито, чтобы насытить ее кислородом, чтобы она была воздушная и чтобы меньше образовывалось комочков. Потом молоко ввожу тоже частями постепенно. Таким образом, вот такая технология позволяет избежать появления комочков, если взбивать, например, венчиком. Если ты взбиваешь миксером, то там, конечно, все намного проще, можно сразу объединить все ингредиенты и взбить. Thank you.
самом конце я добавляю растительное масло, где-то 3 столовые ложки. Тесто я отставляю в сторону, накрываю полотенцем и оставляю где-то минут на 30, чтобы оно постояло, настоялось и разошлась клейковина. Хочу сделать несколько фаршированных блинчиков. Приготовила начинку. Здесь у меня консервированный тунец, натертый пармезан и сыр рикотта. Видео мое подходит к концу. Огромное спасибо, что нашли время, заглянули ко мне в гости. Желаю вам солнечных, теплых выходных. Увидимся совсем скоро в новом видео. Пока-пока! Thank you.